мы нашу славную Украину развеселимо. Владимир, вы переводили статьи Степана Бандеры. Можете рассказать то, что думаете об этом человеке? Потому что много всякой мифологии вокруг этого имени, особенно в последнее время. Ну, хочется сказать, во-первых, что вообще как такового Степана Бандера в мире советского человека не существовало. Советская энциклопедия большой, был термин «бандеровца». А вот статьи, посвященные самому Степану Андреевичу Бандере, не было. Вот это очень показательная вещь, потому что было ненавистное явление бандеровца. Жутко ненавистное по той причине, что когда уже была одержана Великая Победа, так называемая, вот, они сопротивлялись очень долго. Это вызывало страшное раздражение. Ну, это раздражение как бы не русских людей, а это раздражение советских людей. Ну, в конце концов, у этого раздражения была какая-то рациональная основа, связанная с тем, что война всех замучила. Ну, все же стали воевать, это же было ужасно. Она продолжается и продолжается на определенной части страны. Виновники это продолжение нескончаемой войны, вот этой вот, они, конечно, вызывали раздражение. Ну, господи, когда закончится эта стрельба? Уже мирное строительство вообще идет. 56-й год, война все там идет и идет. Вот, это раздражение естественное людей, уставших, соскучившихся по мирной жизни. И я думаю, этим исчерпываются реальные претензии, какие могут быть к Бандере или бандеровцам. Потому что если вот эту вот эмоцию, понятную эмоцию наших предков, как-то убрать в сторону, она, мы же ее уже не разделяем. Для нас это уже абсолютно реальность историческая, никак не сказывающаяся в нашей жизни. И просто взглянуть на это явление спокойно, без эмоций, то мы обнаружим, в принципе, нормальную национально-освободительную борьбу нормальных повстанцев, нормального их идеолога и героя. Ну, чем отличается Бандера от Че Гевары, я, например, не очень понимаю. Может быть, тем, что Бандера, ну, он когда был молод, и когда боролся за независимость украинских земель от Польши, он прибегал к каким-то террористическим методам, много пострадал, посидел в тюрьме, ну, например, допустим, как молодой Махно. Можно его с Махно сравнить в этом отношении. Или как очень многие герои-революционеры, которые тоже прибегали к таким же террористическим методам. Там какой-нибудь Кибальчич, там, или какой-нибудь Сазонов, который метал бомбу в царя. Они, в общем, что? Они чем отличаются от Бандеры, который тем же самым методом прибегал, только сражаясь против польской администрации. Он сидел, очень много страдал, приобрел туберкулез костей, провел большую часть жизни в тюрьмах, на самом деле. Про сотрудничество с Гитлером даже смешно говорить. Он практически все это время просидел в концлагере. Вышел оттуда, был в политической эмиграции. Очень интересный человек, с очень ярким и точным взглядом и очень трезвым взглядом на реальность, публицистику которого сейчас очень интересно читать. Ну, человек, который стал жертвой политического убийства. Причем в его убийстве раскаялся сам убийца. Я не понимаю, какие могут быть вот претензии к Степану Андреевичу. Но интересный герой. Если он не твой герой, ну ты не украинец, и тебе не близка эта тематика, ну, значит, не твой, мало ли, существуют не твои герои. Не понимаю, что ему можно предъявить. Совершенно не понимаю. И очень хорошо понимаю вот ту часть украинцев, которая себя с ним ассоциирует и считает его борцом за независимость и относится к нему как герою. У них есть все для этого основания. Я бы мог его охарактеризовать, попробовать Бандеру, потому что я некоторые статьи его читал, две даже попробовал перевести. Для меня, например, Бандера, а если уж мы на него взглянем, он не столько делатель, он сколько носитель идеи. И мыслитель, философ. Мыслитель, да. А вот я его почувствовал и понял как удивительного политического публициста, интересного. Вот. Он в этом качестве, безусловно, очень интересен. И я мог бы некоторые характеристики ему дать, вот именно как политическому мыслителю и публицисту. Первая важнейшая вещь – это базовая вещь. И в этом отношении он вот похож на многих украинцев. Он религиозен. Он по-настоящему, по-серьезному религиозен. Он сын священника, и это очень сильно сказывается. Это совершенно другой взгляд на вещи. Это непонятно очень многим людям в Российской Федерации, потому что мы народ глубоко секулярный, имеющий с церковью совершенно не такие отношения, какие имеют украинцы.
и в каком-то смысле концентрат украинца, вот, эссенция украинца, вот Степан Андреевич Бандера, который, ну вот он все, у него через все идет христианский взгляд. Настоящий христианский взгляд. Например, он рассматривает страдания украинского народа, а тут же их соотносит с Голгофской жертвой. Это все меняет, потому что одно дело русских людей обижают, как любят говорить наши мнимые националисты. И это надо возмутиться и нахмуриться и так далее. Другое дело, вот взгляд на вот эти вот страдания, перенесенные твоим народом, как на какое-то причастие к чему-то высокому и святому. И как то, что делает твой народ сильным и заряжает его. Это понятно украинцам очень. Это понятно украинцам, которые воспринимают 100 людей, погибших в центре Киева от пуль карателей, как свою ценность. Потому что это их небесные ходатые. Я про небесную сотню. Это непонятно людям за пределами Украины. И вообще людям нерелигиозным этого нельзя понять. А вот Степан Андреевич, это присутствует в его публицистике постоянно. Это христианский взгляд на все. Другая тоже интересная характеристика, он очень трезв. Он ни одного раза не фанатик, не фантазер. Потому что, когда читаешь его публицистику, в ней человек, который знает цену всему. И человеческим слабостям знает цену. И иезуитской тонкости кремлевской, московской политики. У него постоянно проскальзывает там коммунизм, коммунисты, как некое зло, как некое символ зла. Но на самом деле под этим коммунистом, коммунизмом, безусловно, проглядывается вот этот имперский эгрегор, который свойственен вообще всей этой Северной Евразии, всей этой нашей громадной территории, и который мучает и заставляет ее страдать постоянно, вот уже 300, 350, 400 лет последние. Это вот это то, что мы имперскостью привыкли называть. Она свойственна. Российская империя и Советская империя в этом отношении, в принципе, одно и то же. И коммунизм вот в его устах выглядит немножко двусмысленно, потому что он имеет в виду империю, а использует слово коммунизм. Мне постоянно мешало это, на самом деле, когда я его читал и переводил. Постоянное апеллирование к коммунизму как к некой демонической, сатанинской силе. А в чем, собственно, разница между коммунизмом и имперскостью? Ну вот самый яркий пример, вот, это вот достаточно просто прочитать статью о национальной гордости великороссов Ленина. Вот, и пускай ее прочитают бандеровцы. Внимательно, хорошенько ее прочитают. Они поймут, что существует некая разница между как бы Лениным реальным, политическим публицистом, деятелем. Особенно в момент, когда он был революционером. Не в момент, когда он был создателем советского государства. Там он решал другую задачу и фактически выступил в другом амплуа. А Ленин в амплуа революционера, он очень близок на самом деле, был бы не только там сторонником Бандеры, но вообще всем националистам, находящихся во всех уголках Российской империи. Потому что он антиимперский, принципиальный, жесткий и бескомпромиссный абсолютно. И очень созвучные вещи им говорил. Это первое, что хочу сказать. Второе. Ленин лютый и абсолютно принципиальный враг был монументальной пропаганды и возвеличивания своего образа. Все вот эти дурацкие памятники были возведены не при живом Ленине, после его смерти. И если бы он был жив, он бы этому был бы противился со страшной силой. И тому есть примеры, потому что первые попытки каким-то образом его личность превознести, они делались еще и при его жизни, и люди, которые это делали, они очень сильно пожалели об этом. Потому что Ленин не выбирает обычно выражения. И именно за то, что он не выбирает выражения, глупые люди придумали, что он был каким-то изувером страшным. Я знаю таких изуверов, например, покойного Илью Кормильцева или Мишу Вербицкого, людей, которых я лично знал. Более мягких людей представить себе невозможно. Но в эпистоляриях там всегда всех расстрелять, убить всех людей и так далее. Если всерьез относиться к тому, что пишется в записках или там в резолюциях, то да, конечно. Более кровавого человека в жизни. Я тоже сам тоже очень люблю человек. Многих поубивал. Вот. Так вот, что я хотел сказать. Ленин, он как раз был носителем духа коммунизма, там, коммунистической утопии, именно в момент, когда он революционером. Этот дух, он не имперский. Пришлось им переориентироваться, потому что стало понятно, что эта утопия нереализуема. Изначально же было как?
революция в Российской империи – это всего лишь начало всемирного процесса. Социальная справедливость должна быть установлена во всем мире. И Российская империя, ее территория – это только начало. Ну, понятное дело, экспансия, она и через Украину пошла же, экспансия. Да, Украина вместо своей национальной государственности хитрым, коварным Лениным была вовлечена в Советскую Россию. Но дальше-то Российская Россия должна была пухнуть и пухнуть. Она должна была захватить с собой всю Западную Европу. И в итоге весь мир должен был быть царством социальной справедливости. Ленин был носителем вот этой утопии. Эта утопия в качестве побочного эффекта, да, растоптала и подавила украинскую национальную государственность, о которой украинцы мечтали. Да, они попали под этот паровоз. Но этот паровоз был изначально не имперским. Другой вопрос, что потом реставрационный импульс, который притащил на своем хвосте Сталин, цокая копытцами, он использовал вот это вот все дело, вот этот вот экспансионистский импульс, который был задан коммунистами, для того, чтобы просто реставрировать Российскую империю в более людоедском и диком виде. Вот, собственно, и все.